Традиционно планерка началась с подведения итогов работы муниципальной власти за минувшую неделю. Стартовал проект «Родительский контроль». В центре внимания питание детей в школах. Надо отметить, что для округа это не новая практика. На протяжении последних 2 лет сообщество родителей ведет эту работу. Комиссии могут и должны оценить рационы, качество блюд, а также их соответствие ежедневному меню. А администрациям школы или садиков обязаны обеспечить ежедневное наличие не менее 1 дегустационной порции для членов таких комиссий. Также расширяется число родителей в составе брокеражных комиссий, поскольку члены таких комиссий у нас имеют доступ на кухню, то все обязательно должны иметь медицинские книжки. По организации парковочного пространства Одинцово в пятерке лидеров в регионе. Учитывая плотность застройки, власти уделяют этому вопросу пристальное внимание. Только в 2019 году мы смогли сделать 745 новых парковочных мест. И, конечно, нам эти темпы нужно сохранить, учитывая большой дефицит парковок в целом в округе. Работа в системе «Добродел», зачисление детей в первые классы, качество воды, уборка территории от снега – эти и другие вопросы обсудили на заседании. По итогам планерки глава округа дал ряд поручений. Их исполнение на личном контроле руководителя. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».